День медицинского работника отмечают в России ежегодно в третьего воскресенье июня. В этот день поздравляют всех тех, кто давал клятву Гиппократа, врачей, медсестер, фельдшеров. В области медицины трудятся миллионы людей, имеющих разные специализации. Но всех их объединяет общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается. В 2024 году такой важный праздник отмечается 16 июня. В преддверии него 14 июня в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялось праздничное мероприятие, посвященную Дню медицинского работника. Всех работников медицины, которые не жалея себя спасают жизни людей, и тех, кто обучает будущих врачей, поздравили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлиева и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. У вас созидательная профессия, особенная, неповторимая. Человек, помогающий людям. Это всегда такое словосочетание, которое символизирует медика, врача, медицинского работника, любого человека, который работает в учреждении здравоохранения. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам сил характера, множества возможностей для реализации ваших самых смелых планов. Разрешите в этот профессиональный праздник от всей души, от своего сердца поздравить вас. Вы знаете, вы делаете очень сложное, когда, я бы сказал, наверное, невыполнимую работу, но своими действиями профессиональными вы спасаете жизнь. После приветственных слов состоялось награждение почетными грамотами спасателей в белых халатах. Также в рамках празднования Дня медика ректор Казанского университета Ленар Сафин наградил денежными сертификатами в размере 100 тысяч рублей сотрудников, которые стали родителями в этом году. По словам работников медицинских учреждений, День медицинского работника для них – это один из самых важных и трепетных дней в году, когда они могут встретиться с коллегами, поздравить друг друга и получить оценку их напряженной работы. В моем понимании, в мире очень мало профессий, которые востребованы. Представьте себе, так сказать, что вот случилось что-то невероятное. И кто будет нужен людям, когда, так сказать, там нет ни связи, ни света, еще чего-то. Врач всегда нужен будет. Это самое важное. Ну и второй момент. Будет отмечаться День медицинского работника. Причем есть День анестезиолога, День кардиолога, День медицинской сестры. А вот этот день, он как День Победы. Он объединяет всех. День медицинского работника – это мой один из самых любимых праздников, потому что я из семьи потомственных врачей. Моя мама была врачом, фтизиатром. Она преподавала на кафедре туберкулеза в Казанском государственном медицинском институте имени Сергея Владимировича Курашова. Традиционно мы все к нему готовимся, потому что это наш профессиональный праздник, где все мы можем немножко отойти от работы, взглянуть друг на друга, улыбнуться, оценить свою работу, увидеть работу коллег еще раз. Поэтому это всегда подведение определенных итогов, это всегда возможность порадоваться за коллег, за их достижения. Потому что все равно каждый труд имеет свой результат. Помимо награждений, в этот знаменательный день для всех гостей провели торжественный концерт, где каждый номер был наполнен благодарностью к такой ответственной и благородной профессии. Также Ленар Сафин отметил, что все врачи, профессорско-преподавательский состав, медсестры, фельдшеры будут награждены премиями. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.